Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги-партнеры. Нас сегодня с вами не очень много, скажем так. Есть ли среди вас те, которые слушают партнерскую программу, точнее, на вебинаре по партнерской программе первый раз? Вот. Поставьте, пожалуйста, единичку в нашем чате. Остальные, кстати, если меня слышно, видно хорошо, просто поставьте плюсики. Я включил запись сегодняшнего вебинара. У нас, по сути дела, первый вебинар, касаемый партнерской программы после перехода на 10-й этап развития, то есть у нас произошла смена дисконта, ну и произошли пока небольшие изменения в маркетинг-плане. Вот. Я думаю, что большинство из тех, кто присутствует сейчас на данном вебинаре, это изменения знают, потому что мы о нем говорили, скажем так, с самого начала, не скрывали ничего. Но важно понимать следующее. Смотрите, если касается непосредственно направления инвестирования, да, то есть люди у нас могут продолжать становиться совладельцами пакетов долей компании, становиться совладельцами компании, скажем так, еще, да. Вот, это главное отличие по направлению, скажем так, бизнеса по партнерским программам, которые существуют в мире уже достаточно давно. Несколько тысяч компаний MLM-бизнеса, сетевых компаний, которые используют многоуровневое распределение дохода среди своих партнеров, да, уже, скажем так, успешно осваивают рынки огромного количества стран. Вот. Но во всех тех компаниях вы становитесь потребителем услуг либо продукции той компании, которая выходит на ваш рынок, где вы начинаете с ней сотрудничать. Потом вы создаете сеть потребителей товаров и услуг. После этого вы можете достичь максимального уровня квалификации, который у них есть, вот, и зарабатывать серьезные деньги. У вас может быть многотысячные структуры в разных странах земного шара, да? Но в большинстве компаний, более чем 95-99% наверное, процентов компаний не дает доступа своим партнерам, даже самым успешным, к совладению самой компании. То есть акции они купить не могут. Есть небольшое количество компаний, акции которых котируются на международных биржевых площадках, где эти акции дарятся тем людям, которые достигли высшей квалификации, но немного. Либо предлагается купить, да, там, скажем, по сходной цене, то есть чтобы отметить заслуги данного человека и так далее. У нас же, вы сразу, став партнером либо инвестором проекта группы компании SkyWay, как только вы приобретаете один из пакетов, даже самый минимальный, вы уже совладелец компании. И уже даже на ваше небольшое количество долей в будущем прибыль компании будет распределяться, и вы будете получать доход в виде дивидендов. Да? Но если это говорить по направлению инвестирования. Что касается получения дохода по партнерской программе, то сразу хочу сказать, это не халява, это не то, как многие люди представляют себе, да, и пытаются таким образом привлекать партнеров, что, мол, только заплати деньги, приди там, и мы с тобой озолотимся. Делать ничего не нужно. Люди сами все будут понимать. Ты же знаешь, что инвестиции сейчас модно. Все хотят зарабатывать деньги. Кстати, фраза «все хотят зарабатывать деньги» в MLM-бизнесе не работает. Вот. Кто сталкивался с такой ситуацией, что все хотят зарабатывать? Поставьте пятерку в чате. Все хотят зарабатывать. Согласны с этим, да? Вот, видите? А все ли готовы что-либо делать для того, чтобы зарабатывать деньги? Вот таких процентов 10 только из тех, кто все хотят зарабатывать. И вот эти 10% это те, с которыми вам, в принципе, придется работать, если вы решили построить бизнес по партнерской программе. Мало того, я вам просто настоятельно рекомендую не предлагать эту возможность всем подряд. Да, вот ходить просто по улице, там, дергать людей за рукава и говорить, хочешь заработать денег. Вот. А действительно, просто общаясь с людьми, понимать, что им важно на сегодняшний день, и вообще надо ли им что-либо предлагать. Существует огромное количество людей, у которых денег немного, вот, которые клянут эту жизнь, на чем стоит свет, да, там, что только плохого не говорят, но действовать не готовы. То есть вы им можете рассказать, что у них есть золотая жила прямо под домом, им нужно будет взять лопату, скажем, немножко поработать, покопать. Они этого делать не будут, будут говорить, что погода плохая, лопаты плохие. И вообще, почему так глубоко закопали эту золотую жилу под моим домом, почему ее не вывели, скажем так, над асфальтом. Вот таких людей будет полно. Вот а те, которые возьмутся действительно разбираться в том, что вы им предлагаете, первое, это возможность стать инвестором. Соответственно, нужно понять, куда ты вкладываешь деньги, это технология. Второе, это построить бизнес на основании партнерской программы, которая у нас есть. Поверьте, немногие возьмутся это активно делать. Сразу хочу сказать, ни в коем случае надо отметать тех людей, которые могут проинвестировать денежные средства и просто быть инвестором. Плохо ли это? Это хорошо. Это люди помогут нам продвинуть технологию, это люди помогут нам собрать какое-то количество денежных средств на, скажем так, те же самые сертификационные работы, да, на создание новых видов транспорта и так далее, и так далее.
И они в дальнейшем будут получать доход от тех инвестиций, которые сделали сегодня. Это нормальная ситуация, как в большинстве MLM-бизнеса, MLM-программ, MLM-компаний. Огромное количество, 95% людей, находящихся в сетях, это потребители того, что там есть. У нас это могут быть инвесторы. Но все равно найдутся те люди, которые вместе с вами будут развивать партнерскую программу, те, которые неравнодушны к уровню дохода сегодня, те, которые хотели бы изменить свое завтра. Очень важный момент, да? Вот, завтра наступает сегодня. То есть то, что будет у вас завтра, зависит от того, что вы делаете сегодня и о чем вы подумали вчера. Вот. Итак, друзья, партнерская программа – это средство или инструмент, позволяющий вам самим и ближайшему вашему окружению сегодня становиться успешными, зарабатывать деньги. И еще до выхода группы компании SkyWay со своими долями компании, долями технологий, которыми вы будете владеть на международные рынки, вы можете стать уже успешным, счастливым, более радостным человеком, чем это на сегодняшний день есть на самом деле. Мне немножко больно говорить, потому что меня 4,5 часа назад выдернули зуб. Вот, но я думаю, что силы буду закончить сегодняшний вебинар. Итак, друзья, у нас 6 квалификаций. 6 ступеней карьеры. Да, то есть они достаточно простые. Название у них, скажем так, не вызывает сложности ни на каком языке. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Были проблемы с названием третьей квалификации на немецком. Если вы, кстати, заглянете в русско-немецкий словарь и напишите «лидер», вы увидите перевод. То есть немцам это не очень понравилось, они оставили слово «лидер» на английском языке. Итак, друзья, чтобы стать партнером, даже не нужно ничего покупать. То есть если вы зарегистрировались, разобрались в информации, если вы, скажем так, испытываете сейчас трудности с деньгами, а такое количество людей, ну, какой-то процент есть, да, приходящий в наш проект, у которых денег нет совсем, но они горят. Да, и они хотели бы зарабатывать, они хотели бы нести информацию, они, скажем так, открыты душой, но сегодня нет средств, чтобы купить даже минимальный пакет. Этим людям достаточно подписать партнерское соглашение, нажав кнопку «Кабинет партнера». Да. После этого они переходят в статус партнера, у них появляется доступ к реферальным ссылкам, которые они могут копировать, ссылки на лендинги, ссылки, скажем так, на регистрацию на сайте, ссылки на сайт. То есть все вы можете это брать в личном кабинете, давать тем людям, которые вас окружают в повседневной жизни, либо в мире интернета. И все равно нужно это делать через интернет, либо Skype, либо Viber, либо WhatsApp, либо другие мессенджеры, да, либо социальные сети, какие бы то ни было. То есть там, где вы можете просто дать информацию человеку, и нажав на эту ссылку, он может пройти, ознакомиться, и дальше, нажав кнопку регистрации, становиться вашим партнером. Так вот, вы просто подписали договор, и с этого момента можете развивать свою партнерскую структуру. Лучше всего, если вы будете это делать со своим наставником, который может быть рядом с вами, да, вживую вас пригласил, с наставником, который может быть на другом конце земного шара, но он имеет скайп, и вы в скайпе можете проводить совместные встречи. Вот. И желательно, чтобы вы приглашали людей на подобные вебинары, на вебинары презентационные, которые у нас проходят, скажем так, несколько раз в неделю в режиме онлайн, и презентации, которые проходят вживую в ваших городах и странах. Смотрите расписание в разделе «События», там есть все. Время начала, кто ведущий, телефоны, точные адреса в 99 случаях из 100, да, потому что бывает, нам дают иногда, что состоится презентация, а где это выясняется в последний момент, соответственно, мы в расписании не успеваем это разместить. Итак, друзья, партнер, у него, получается, есть возможность получать вознаграждение с 4 уровней глубины, при том, что он еще ничего не купил, ему будут идти начисления на бонусный счет. Если люди в его первом поколении, во втором, в третьем, в четвертом, то есть, соответственно, люди регистрируются по цепочке друг за другом, приобретают какие-либо пакеты долей. То есть это уже реальное приобретение чего-то. Да? Купил человек на $100, 15 долларов вам начисляют на бонусный счет. Купил 1000, соответственно, 150. Если человек купил на 1000 со второго, во втором поколении, под кем-то, да, соответственно, вам будет начислено $40. Вот. В третьем – 20. И в четвертом – $10. Это если инвестиция $1000 идет. Да? Но, соответственно, в зависимости от тех пакетов, которые люди берут, такой процент будет идти от этих покупок. Итак, партнер – человек, который просто зарегистрировался у нас на сайте и подписал партнерское соглашение. Консультант. Консультант уже начинает выполнять обязательные условия, которые, скажем так, драконовскими назвать никак нельзя. Да? То есть во многих сетевых компаниях для того, чтобы подняться на следующий, скажем так, квалификационный уровень, нужно сделать гораздо больше. Сделать личный объем, который явно должен быть выше $100. Да? И чтобы люди в вашей структуре сделали тоже что-то, чтобы объем структуры составлял определенную цифру, здесь у нас все достаточно просто. Ваша инвестиция на 100, причем вы можете ее сделать живыми деньгами, да, если они у вас есть, либо вот так, начав строить структуру, с бонусного счета вы просто можете себе купить потом из заработанных денег
пакеты далее компании. Кстати, с бонусного счета там сейчас хорошие пакеты есть, и дисконт на них выше, чем где бы то ни было. Это дополнительное вознаграждение для партнеров, которые помогают нам развивать бизнес, строят сами партнерскую структуру, да, и тем самым способствуют информированию населения, которое их окружает, друзей, знакомых, о том, что есть возможность стать совладельцем пакета «Далее» компании и заработать денег вместе с компанией Skyway Capital. Так вот, ваши 100. В первом поколении должно быть не меньше 2 человек, которые тоже купили на 100. И третье условие. Суммарная инвестиция ваша личная и первого поколения должна быть не меньше 300. Но в идеале 100, 100 и 100. Что произойдет в этом случае? Первое поколение вам по-прежнему будет приносить 15%, но со второго, с третьего и с четвертого поколения вы будете получать уже на 1% больше. 5, 3 и 2. И у вас откроется еще пятый уровень глубины, с которого вы будете получать 1%. То есть на каждом следующем квалификационном уровне возможность получать деньги больше, чем на более низком уровне. Третья квалификация называется лидер. Чтобы стать лидером, самому нужно купить на $200. У нас есть пакет сразу на $200 разовый. Вот. Мало того, ваш личный объем, он не только может быть, скажем так, образован из покупки конкретного пакета, а он суммируется. Вы можете купить хоть 10 пакетов по $15, да, а потом купить пакет на 60, например. Это все просуммируется и будет 210. То есть ваши личные инвестиции на сумму $200, да, и 3 человека в первом поколении, которые сделали то же самое. Единственное, третье условие, объем инвестиций людей в вашем первом поколении, ваше личное, должен быть не меньше $2000. Как только это происходит, вы становитесь лидером. И здесь идет значительное увеличение дохода на втором уровне, не 5, а 7, на третьем, не 3, а 5, да, на четвертом увеличение до 3%, пятый начинает приносить 2%, и шестой 1%. То есть это вот такая раскладка в процентах, которая вам начисляется на бонусный счет, при условии, что в вашей глубине происходит движение товарооборота, движение инвестиций. Вот вы помогаете людям развиваться, да, вы болеете душой, чтобы у них получалось строить бизнес. В итоге, если вы это делаете, эти люди выталкивают вас на следующую ступеньку, которая называется мастер. Чтобы стать мастером, необходимо уже инвестировать в наш проект не меньше $1000, будь то с бонусного счета, с основного, либо с каких-либо платежных систем, и чтобы в вашей структуре было не меньше 3 человек квалификации лидер. Вот. То есть тут уже привязка, видите, идет не просто к покупкам на какую-то сумму, а именно к квалификации лидер. Соответственно, вы должны реально помочь человеку достичь этой квалификации, помогать ему развивать структуру. Возможно, даже кому-то придется подняться, скажем так, с насиженного места, приехать куда-либо в другой город, в соседний город, в соседнюю область, а может быть даже в другую страну, как делают некоторые лидеры. Вот. Важно понимать следующее. Когда 3 лидера в первом поколении у вас есть, и вы инвестировали в бизнес не меньше $1000, и суммарный товарооборот первого поколения с вашей инвестицией не менее $5000, вы мастер. Вам в тот же день присваивается квалификация. В этом случае вам добавляются еще 3 уровня глубины по 0,5%, 7, 8, 9 уровень. И увеличивается вознаграждение на 4 уровне глубины на 1% вместо 3-4 и на 5 вместо 2-3. Квалификация мастер, 4-я ступенька карьеры. Вот. Далее, 5-я ступенька карьеры называется эксперт. Эксперт — это тот человек, который помог развиться минимум 3 людям до квалификации мастер. Важный фактор здесь еще, скажем так, или важный момент, что 2 мастера обязательно должны быть в вашем первом поколении, в вашей структуре. А третий мастер, он может быть в любой другой глубине, главное, чтобы он не входил в структуры первых 2 мастеров. Личные инвестиции не меньше $5000 и суммарные инвестиции первого поколения вместе с вашей инвестицией не меньше $10000. Когда эти условия выполняются, соответственно, вы начинаете получать с первого поколения уже 16% с любого товарооборота, который образуется в вашем первом поколении. То есть это будь то новые люди, либо люди, которые у вас уже есть, оплачивающие рассрочку. То есть если вы вчера еще были мастером, у вас было 15%, в предыдущем месяце люди оплатили рассрочку, стали экспертом, в этом месяце они оплачивают, у вас уже начисления идут с этого товарооборота 16%. Дальше идет 7, 5, 4, 3, 1, как и у мастера, по 0,5% с 7 по 9 и добавляется с 10 по 20 уровень, 11 уровней по 0,3%. Казалось бы, немного, но если у вас большая структура, идет серьезное движение товарооборота, это хорошие деньги. Это квалификация эксперт. Высшая ступенька карьеры у нас называется топ-эксперт. Личная инвестиция на сумму не меньше $10000 за все время сотрудничания с нашей компанией. Не меньше 3 экспертов в структуре, 2 из них обязательно в первом поколении, третий может быть где угодно, в любой глубине. Суммарный товарооборот первого поколения ваш не меньше $30000. Вот, и в этом случае вы становитесь топ-экспертом.
У вас с первого поколения начисления идут уже 17%, а не 16%. И добавляется по сравнению с экспертом еще 4 уровня глубины, с 21 по 24 уровень 0,1%. Плюс ко всему, человек, который достиг квалификации топ-эксперт, начинает получать доход, ну, можно это сказать, из фонда, который образуется от товарооборота компании, который она делает за месяц. Да? То есть сделает компания 5 миллионов долларов, соответственно, 1% от этой суммы идет на выплату вознаграждения топ-бонуса людям, достигшим квалификации топ-эксперт, и региональных кураторов, да, у которых есть своя мотивационная программа. То есть равными долями эта сумма разбивается между теми, кто достиг высшей квалификации по нашему маркетингу. Все, что я сейчас говорил, отражено вот здесь, в данной табличке. То есть уровень глубины на каждой квалификации, партнер 4, консультант до 5 глубины, лидер 6, мастер до 9 уровня глубины, эксперт 20 и топ-эксперт 24. Личный объем, начиная с консультанта от 100 долларов и заканчивая топ-экспертом 10 тысяч долларов. И товарооборот первого поколения суммарно. Ваши инвестиции и людей, которых вы пригласили в этот бизнес. Такая табличка, она достаточно простая, действительно одно из самых важных преимуществ нашего маркетинг-плана – его простота. Еще один вид вознаграждения, который является частью нашего маркетинг-плана – это вознаграждение для тех людей, которые активно развивают бизнес в первом поколении. То есть продолжают развивать первое поколение, не останавливаются на достигнутом, там, на трех, на пятерых, на семерых людях, да, которых они пригласили. То есть данный бонус позволяет вам еще 3% добавить с товарооборота, который выполняет ваше первое поколение. И выплачивается он в течение месяца, но не нужно ждать окончания месяца, то есть он идет прямо в течение календарного месяца. То есть представим, что до 5 числа у вас было куплено в первом поколении 4 пакета, потом 5 числа был куплен 5. За первые 4 пакета вам начислялись положенные 15%, если вы в квалификации до мастера, топ-эксперту 16%, точнее топ-эксперту 17%, эксперту 16%. Как только покупается 5 пакет, сразу за него начисляется на 1% больше. То есть до мастера включительно это 16%. Да? За предыдущий товарооборот суммарный, который был на 4 пакетах, начисляется 1% сверху. Далее, 7, 8, 9 пакеты это по 16%. Как только покупается 10, это все в рамках одного календарного месяца, за него начисляется 17%, за предыдущий товарооборот на 9 пакетах, купленных в первом поколении, еще 1% сверху. То есть картина будет выглядеть так, что за каждый пакет, который у вас куплен, вам были начислены 17%. И так далее. 15, 18, 19 это 17%, 20 как только покупается и последующие начисляется сразу 18%. За предыдущие 19 пакетов единоразово еще доначисляется 1% на весь товарооборот, который был до 20 пакета создан. Условия данного бонуса достаточно простые. Все пакеты должны быть куплены в рамках одного календарного месяца. Один человек может купить несколько пакетов, то есть это не возбраняется. Хоть один, хоть 10, хоть все 20 он может у вас купить. Для получения бонуса учитываются пакеты долей компании, которые люди приобретают в рассрочку. Это тоже большой плюс. То есть если у вас есть не меньше там, 10 человек, которые каждый месяц выплачивают рассрочку, соответственно, с первого поколения вы будете получать 17%. Если их не меньше 20, соответственно, 18%. Пакеты могут быть куплены как теми людьми, которых вы только что пригласили в бизнес, так и теми, которые давно у вас числится в структурах, висят, как говорится, как, я не знаю, что-то, да? Как картина на стене, долго думали и вот сейчас решили купить. То есть за них у вас точно так же будет начисляться этот бонус. Есть целый ряд преимуществ нашего маркетинг-плана. Первый из них – то, что он прост. И второе – это, наверное, то, что он накопительный с самого первого момента, когда вы зарегистрировались, подписали партнерское соглашение. Все, что делаете вы и партнеры первого поколения, все накапливается, никогда не обнуляется. Квалификационным у нас считается первый уровень. То есть если в нем, скажем так, будут люди на 15 долларов, а активно будут развиваться люди, находящиеся во втором, в третьем, в пятом поколении, покупать большие пакеты, развивать структуру, то вы так и останетесь на уровне партнера. Да? Потому что вам как минимум, как мы уже смотрели, нужно не меньше двух, которые купили на 100. Соответственно, обращайте внимание, как мы говорим, на тех людей, которых вы приглашаете в бизнес. Старайтесь максимально помочь тем, кто следует за вами. Да? То есть те, кто принимает решение вместе с вами развивать этот бизнес. Вот будьте ответственны, не надо ничего придумывать, не надо, скажем так, навешивать барсиков, дополнительных каких-то изюминок на тортике ставить, рассказывать про технологию либо про наш маркетинг-план. Вот. Будьте честны, будьте открыты с людьми, чаще улыбайтесь, только искренне, да, и люди за вами последуют. Минимальная сумма, которую необходимо накопить на бонусном счете, чтобы вывести, 30 долларов. Но, кроме этого, вам необходимо еще будет как минимум купить какой-либо из пакетов, чтобы выводить деньги, да, и второе, верифицироваться.
Причем верифицироваться я рекомендую сразу. Как только люди у вас открыли личный кабинет, да, порекомендуйте им сразу пройти процедуру верификации. Там все подгружается. Фотография паспорта и скрин документа, который подтверждает, что они прописаны по тому адресу, по которому они указали. Наши девчонки в отделе сертификатов это все посмотрят, верифицируют кабинет, и дальше не будет никаких проблем при оформлении сертификатов и так далее, и так далее. Условия роста квалификации, вы уже поняли у нас, да, это объем личных инвестиций, объем инвестиций партнеров первого поколения. Очень важный момент. Вы здесь не можете не потерять структуру, вас никто не может обогнать, то есть вы, в принципе, ничего не лишаетесь. Это очень важно. В огромном количестве партнерских программ есть большой минус. Вы можете воспитать классного лидера с нуля, потратить на него, скажем так, всю свою энергию, время, да, он догнал вас квалификации, не дай бог еще и обогнал, и вы навсегда потеряли эту структуру. У вас ее забирают, вы никогда больше с нее ничего не получите. Вот. У нас такого не происходит. Вам положено, допустим, вознаграждение с 5 уровней глубины. Вы будете получать с 5 уровней глубины, даже невзирая на то, что в четвертом поколении у вас есть кто-то, кто обогнал вас квалификации. Вы все равно будете с его инвестиций получать и с первого поколения его структуры получать. Как вам положено, так вы будете получать начисления. Даже если у вас в третьем поколении там будет 3 топ-эксперта, а вы еще будете на квалификации лидер, все равно вам начисления будут идти с тех уровней, в которых у них идет товарооборот, который вписывается в ту вот картиночку, виноградную гроздь, которую мы с вами смотрели на слайдах. Вот таким вот образом. Минимальная сумма для инвестиций, чтобы зарабатывать деньги, как мы с вами говорили, это $15. Почему зарабатывать деньги? Это уже, скажем так, $15 позволит вам деньги выводить, как я вам уже говорил. Вас никто не будет заставлять подтверждать квалификацию. Ни раз в месяц, ни раз в 3 месяца, ни раз в полгода, ни раз в год, ни раз в 10 лет. Единожды выполнив квалификацию, вы видите здесь, да, написано 7 условие, что выполнили вы условия следующей квалификации, вам в тот же день присваивают следующую квалификацию, вы начинаете получать больше процентов. Во многих компаниях нужно ждать неделю, там в бинарах, матричных планах, да. Где-то нужно ждать месяц, потому что вы выполнили квалификацию там 5 числа, а у вас месяц заканчивается 25 числом, например. И только со следующего месяца вам присвоят квалификацию, увеличение процента, и все, что вы сделаете за 20 дней, будет вам начислено еще по предыдущей квалификации. А есть огромное количество компаний, где, скажем так, следующая квалификация более высокая, ее нужно выполнить, например, товарооборот, либо там еще личную активность, да, не меньше 2 месяцев подряд, потом следующую не меньше 4, потом 6 и так далее, и так далее. Не дай бог вам потом, в следующий месяц после присвоения, сделать меньше, чем положено, у вас отбирают квалификацию, отбирают проценты, вы снова падаете вниз. К сожалению, так происходит, но у нас такого нет. Высокий процент выплат, до 20%, если вы дойдете до высшей ступени маркетинг-плана, вы можете получать с первого поколения. И до 24 уровня глубины вы можете получать от 7, начиная со второго, до 0,1%. Никто вас не ограничит в количестве тех людей, которых вы можете позвать за собой. Есть элемент разумности, есть элемент, скажем так, 24 часов в сутках. Есть люди, помимо бизнеса, как, вместе со SkyWay, которые вас любят и ждут, и требуют вашего внимания. Это могут быть ваши дети, внуки, мужья, жены, родители там, и так далее, друзья, ваши хобби. То есть то, чем вы любите заниматься, помимо того, чтобы развивать бизнес вместе с компанией SkyWay Capital. Идея внедрить технологию – это идея Юницкого. В рамках этой идеи вы можете, скажем так, двигаться к своим каким-то целям, зарабатывать деньги, добиваться чего-то в жизни, да? Вот. Но не забывайте, что помимо бизнеса есть жизнь. Вот если ваши родные не очень воспримут то, что вы строите здесь сети, например, да, и вы еще будете забирать все выходные для того, чтобы ее развивать, и утром, и ночью, и, скажем так, рано утром будете заниматься этим бизнесом, высока вероятность, что эти люди на вас окрысятся сильнее, вот, и всячески будут даже не содействовать бизнесу, а может быть даже ставить палки в колеса. То есть вот я вам желаю, чтобы такой ситуации не возникало. Я видел такие ситуации, очень больно бывает. Вот желаю, чтобы те люди, которые вас окружают, либо вместе с вами это активно делали, да, либо вы уделяли им достаточно внимания, и чтобы вы быстро развивались, чтобы у них был пример, что вы действительно занимаетесь важным делом. Далее, маркетинг-план компании можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть у нас, по сути дела, как только происходит товарооборот, вам почти мгновенно идут начисления на ваш бонусный счет. Вот такой маркетинг-план. Он достаточно простой. Вот. В нем нет каких-то заморочек. Да? Надо ли здесь трудиться? Конечно, надо. Платятся ли здесь деньги, скажем так, незаслуженно? Ну, вы знаете, практически нет. Хотя зачастую бывает так, что есть люди, которые, в принципе, не планировали строить структуру, но под ними подписываются активные. Вот. И, соответственно,
Эти люди вроде бы ничего не развивают, но им идет какая-то сумма денег. Да? И тот, кто под ними, кто развивает активную структуру, иногда начинает обижаться. Вот я тут пашу, там, зарабатываю, а ты там ничего не делаешь, тоже зарабатываешь. Вы знаете, неважно, этот человек вас пригласил, будьте ему благодарны. Смотрите вниз свои структуры, считайте свои деньги. Ну, есть же те, кому везет, да? Бывает такое? Бывает. Вот меня спрашивают, если есть акции в Капитале и в РСВ, в партнерке суммируются ли они? Нет. Партнерская программа РСВ системы, партнерская программа компании Skyway Capital разная. Начисления вы там получаете по тому маркетингу, который есть там, если у вас происходят инвестиции. Начисления по партнерской структуре в Капитале вы получаете только за те платежи, которые проходят в вашей структуре компании Skyway Capital. Итак, коллеги, если есть какие-то вопросы ко мне, вы можете сейчас их задать. Одно скажу, я вот немножко позже начал, я потому что сегодня бегал в президент отеля, сделал несколько фотографий, но не успел их выложить. Завтра у нас будет проходить мероприятие, у нас не очень большой стенд. Ну, там вообще стенды небольшие, рядом с нами находится ГЛОНАСС, который вроде бы монстр, да, и у него там на 2 квадратных метра больше, чем у нас. Вот. Завтра, я сегодня скачаю приложение Мирополис, завтра постараюсь где-то с 4, мне сказали, что там будет интернет, то есть тот человек, который является организатором этого всего действия. Вот. Я скачаю себе Мирополис на свой смартфон и постараюсь в течение... Ну, часов где-то с 14, да, потому что у нас там вебинар есть Суходоева и Сибирякова, который в час дня будет проходить. И вот после его окончания постараюсь в 14 выйти на связь, рассказать, что было там, да, на этом мероприятии до 14 часов. Потом в 16, ну и может быть где-то там в 17.30, да. То есть завтра я постараюсь 3 раза выйти на связь. Четверг будет то же самое. То есть в четверг презентации 18 часов не будет. Вместо этого будет 3, может быть, 4 репортажа с выставки под названием «Интеллектуальные транспортные системы России», которая организована Министерством транспорта Российской Федерации. И там будет представлена компания «Струнные технологии», которая будет представлять технологию, разработанную Минским. Вот завтра я тоже там и послезавтра буду находиться. Постараемся сделать фотографии, постараемся взять, может быть, какие-то интервью у людей, которые будут посещать. Ну, точно постараюсь взять интервью у Кирилла Бадулина, которого вы знаете, чтобы он нам рассказал, что нам даст это мероприятие, да, то есть какие планы у компании, что там за адресные проекты, потому что он руководит направлением адресных проектов. Поэтому 12-ю страничку, а вам 12-й зачем? Любых. Здесь просто пример рассмотрен, как раскладываются, скажем так, денежки при инвестиции 22 человек по $50 США. Вот. Это просто был просчет на ранних стадиях внедрения данного маркетинга. Мы считали, сидели, да, что и как можно получить и так далее. Вот такая информация, друзья. У меня все. Сейчас, наверное, буду заканчивать, потому что все-таки есть небольшие трудности. А надо сегодня еще отлежаться и завтра в 8 утра уже быть как штык на мероприятии. Поэтому те, кто завтра... Пройдут по ссылке, указанной в расписании, там написано в 17.00, но эта ссылка будет открыта с 14 часов. Поэтому можем с вами завтра пообщаться непосредственно о том, что было на мероприятии под названием «Транспорт, точнее, интеллектуальная транспортная система России». Второй раз проводится данный форум. Вот, конечно, крутое помещение, сам этот президент отель. То есть я сегодня туда попал так, в джинсах, в туфлях и чувствовал себя, знаете, как, даже не знаю, как-то... Как мартышка в стадии горилл, да, то есть там все ходят в костюмах, наверное, от Армани, от чего-то еще, обувь, наверное, там на секьюрити, не один десяток тысяч стоит, вот, поэтому придавливает сразу атмосфера, понимая, что там живут очень богатые люди. Итак, друзья, у меня на этом все, я смотрю, что вопросов нет. Следующий вебинар по партнерской программе у нас пройдет в 13.00 в пятницу. Два предстоящих дня – это выставка, поэтому хотите встретиться со мной, выходите завтра по ссылкам, пообщаемся. Всем отличного вечера, здоровья, любви и денег. Ну, до новых встреч на волнах Skyway Capital. До свидания.